Сегодня у нас 29 мая 2017 года. Вот. Вот строители у Алексея Устинова дома строят. Сейчас вот они возводят уже. Они будут тут достраивать, а крышу уже будет отдельно кто-то там делать. Другая бригада. Отправлял, видимо, бревно. Вот Алексей, тут окно большое. Добрый вечер. Привет. Ну как у вас? А? Ладится? Ну, маленько занятый. Ну-ка. Там потолок-то уже сделали? Нет еще? Только сруб. А, только сруб. Потолок еще. А то уже другие будут делать, да? Скоро вся деревня у вас будет такая. Почему? Что, не нравится? Нравится, но это же это не 5 рублей стоит, как говорится. Ой. Мне вот достаточно для такого домика, там мы живем. Мы такие, ну, настоящий русский. Вот. Ну согласен, что. Тут для настоящей сибирской зимы. Да? Алексей уже привез доски. Там они лежат. Запах-то какой приятный идет от сосны. Вот
конты забивают. Ну, слава Богу за все. Слава Христу.